Сантьяна. Все молодые парни, имеющие 600-800 тысяч рублей, мне пишут и говорят: «Диман, Тиана, тема! Красивая, большая, здоровая, солидная. Что еще нужно нашему человеку?» Ребята, но у Тианы, естественно, есть один и очень интересный нюансик. Вам не кажется странным, что машина представительского класса в черном цвете, огромных размеров и стоит 600, 650, 700 тысяч? Естественно. А нюанс этот называется вариатор. Когда-то еще где-то в 2015 году один мой знакомый, который приехал в Москву, открыл бизнес, поднял бабосиков, подходит ко мне и говорит: «Диман, ты разбираешься в машинах, пошли со мной в автосалон». И пошли мы с ним в автосалон. При входе он сразу открыл дверь просто с ноги и говорит: «Мне вон ту вон Тиану заверните», хотя я ему говорил: «Братан, подожди, там стоит вариатор». Он сказал: «Да это такой же автомат, и чё там, ничего не будет», и т.д. и т.п. Проездив где-то до 127, по-моему, тысяч, у него хлоп, и встает этот вариатор. А нюанс, ребята, заключается в том, что два мотора на Тиане, это 3.5 и 2.5, устанавливаются туда два вариатора. Они, в принципе, одинаковые, но немножечко разные. Разница там в насосах, в подшипниках и т.д. и т.п. И вот который вариатор в 2.5 в самом распространенном двигателе у нас в России, он летит на пробеге 120, 130, 140. Ну, смотря как ездить, вы же не знаете, и мы же не знаем, да, кто как ездил, да, на этом вариаторе. И вот здесь, ребята, нюанс. Где 3.5 двигатель, он ходит примерно в районе, ну, 200-220, я видел даже такие пробеги на этих машинах, все. Замена, там смысла лезть туда нет, его меняет полностью. Вот такие вот проблемы ждут человека, который купит Тиану. Но не всегда, да? Как вот сейчас человек писал: «Диман, брать, не брать, я не знаю». Если ты знаешь машину, если ты знаешь человека, да, который на ней ездил, ты знаешь, как он ездил, как ее обслуживал, бери, да? Если просто из общего рынка, я сам когда-то Тиану, если честно, себя рассматривал, да? Но я походил, посмотрел и понял, нет, из общего рынка я такой автомобиль себе не готов покупать, потому что нужен запас денег, головная боль, а мне нужна была машина для работы, и т.д. и т.п. Ну вот как-то так. Ребята, если кто-то по кредиту, пишите. Я сейчас стал партнером крупного банка. Подскажу вам, заявку отправим. Очень классные условия. Просто вообще. Ставьте лайки, ребят. Пишите свои вопросы в личку, в инстаграм. Я вас всех очень люблю. До скорых встреч. Всем пока.